Один из самых больших в мире Коранов доставили в мечеть Кул-Шариф 17 ноября 2011 года из Италии, где его изготовили. Это самый дорогой в мире Коран. Его стоимость – 1 510 000 евро. Год чудо-книга экспонировалась в мечети Кул-Шариф, а 19 мая 2012 года ее стали готовить к отправке в город Болгар. Давайте, 3-4, опа! Чтобы вынести из храма 800-килограммовую книгу, потребовались усилия 10 крепких мужчин. Дубовую коробку, в которую упаковали священную книгу, тоже изготовили итальянские мастера. Для погрузки книги столь внушительных размеров понадобился даже кран. Когда Коран оказался в кузове машины, священнослужители прочитали одну из сур. Страницы Корана выполнены из шотландской кожи и напоминают пергамент. Обложка же сделана из малахита и украшена полудрагоценными камнями, а срезы страниц обработаны сусальным золотом. Есть такое изречение пророка, что Всевышний он красив и любит красоту. И многие миллионы туристов в течение долгого времени будут наслаждаться, будут посещать и будут смотреть этот Коран. В Болгарии его разместили в комплексе памятного знака принятия болгарами ислама. Именно 21 мая 1090 лет назад магометанство стало официальной религией Волжской Болгарии. Качество нашего народа, то, что мы помним наши истоки, и, конечно же, ислам позволил нам стать сильными. На нижних этажах комплекса разместился конференц-зал, картинная галерея, посвященная булгарам и исламу. Но главное сокровище – это мозаичное панно. Хан Алмуш с супругой принимает багдадское посольство. Нюанс – гости стоят на армянском ковре. Влияние Армении, христианского государства на Волжскую Болгарию тогда было велико.